31 октября зал «Малой сцены» Ульяновского драматического театра был переполнен. Молодежь собралась на просмотр спектаклей студенческих театральных коллективов, участников проекта «Театральное Приволжье». Даже губернатору, который присоединился позже, нашлось место только на ступеньке. Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» был запущен 27 марта 2019 года и реализуется по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Участники проекта стали студенческие школьные театральные коллективы и детские театральные студии. Как правило, все фестивали инициируются снизу, самими участниками. Но именно в год театра руководство Приволжского федерального округа решило провести такой интересный эксперимент. И мне кажется, что он очень интересный, потому что он получает широчайшую известность среди театрального сообщества. Первый этап проекта был региональный. Его итоги подвели 31 июля. Среди школьников победителем был признан народный самодеятельный коллектив, театральный коллектив «Балаган» Майнской детской школы искусств со спектаклем «Сказка о военной тайне». Лучшим студенческим театром была признана труппа Ульяновского педуниверситета «Абсурдус» с постановкой «Записки сумасшедшего» по мотивам произведений Николая Гоголя. Теперь оценить мастерство юных актеров и выбрать лучшую театральную постановку смогут все желающие с помощью голосования, которое пройдет в ноябре. Правда, в этой процедуре есть своя особенность. Каждый регион может голосовать за 13 других, за свой регион не может голосовать. Причем это будет онлайн и голосование по телефону. И вот очень интересно, каким образом, кто будет победитель. Победители проекта получат по 200 тысяч рублей на создание спектаклей, занявшие вторые и третьи места по 140 и 100 тысяч рублей соответственно. Будут поощрены и лучшие актеры, режиссеры и участники конкурса театральных афиш. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ.